это самый-самый нормальный Саня. И сегодня мы опять у моря, да. Ну, смотрите, какое море страшно. Привет всем, друзья. Очередной наш день каникул. Сегодня очень ветрено, очень-очень. Мы с Аней никак не решаемся, уже была вторая попытка. Да. Но в море мы никак не можем залезть, у нас красный флаг. Это значит, что купаться как бы не очень рекомендуют. Но нам... Видите, так ветрено, что люди другие в дюнах даже в палатках таких специальных лежат. Мы тут тоже легли. Не знаю, я очень хотела сегодня искупаться, но мне никак не выходит себя преодолеть, я никак не могу. Мне тоже очень неприятно так идти, в море это страшно. Да, когда вот эти кучки... Мама, приблизь вот этого человека, который вот с капюшоном идет. А кто там? С синей курткой, приблизь. Давай, а кто там такой идет? Приблизь. Приблизила. Видишь? Как вижу. Он одет? Нет. А что там такое, Саня? Он с курткой. Потому с что капюшоном. Да, потому что там, мне кажется, там женщина. Короче, понемножку уже пляжи начали пустовать. Все вот, понемножку покажите. Собираются уже в школу. Вот я вам покажу. Покажет, какие красивые вещички себе с Лондона накупила, какой да. Новый красивый очень рюкзак привезла. Да, когда будет у нас ролик Back to School. Да, как да, в прошлом да, году. Да, обязательно, я хочу, чтобы ты поделилась. И да. Вы знаете, там такая есть хитрость или фишка этого рюкзака, он пахнет. Да. А пахнет чем, Саня? Клубникой, ну ягодами. Какими-то травами, ягодками какими-то, ну это что-то. Вот это супер. Жаль, еще не сделали камер, которые передают запах. Да, но я надеюсь, это произойдет. Как ты думаешь, Саня? Думаю. Здесь очень много муравьев. Сейчас я вам покажу, подождите, если... Вот везде они, тут везде. Мы с ними сегодня воюем. Мы им объявили войну сегодня. Кто кого? Они нас кусают, мы их. Да, Саня? Мы их куда? В живот, да? Таких малюсеньких. Не везде вот прямо, но я уже их и даже... И в трусы лезть. Да, и в трусы, но везде. А вот это, про это. Ну вот, короче говоря, не знаю даже сегодня, что еще вам показать. Я надеюсь, что мы еще сегодня потом... Куда пропала? Девочка, куда пропала? Мы сегодня поедем вечерком с великами куда-то кататься, вот тогда, может, что-то мы интересненького найдем. Но понемножку же все уже везде. Это школьная ярмарка, это все. А я уже хочу в школу. Саня уже, да, соскучилась. Представляете, уже, говорит, соскучилась мама по одноклассникам. По переменам я соскучилась. Ну вот, соскучилась Саня по переменам, значит, понемножку уже все. Приходит время школы. Я думаю, что это и хорошо. А почему, можно спросить, почему все месяцы имеют по три, как сказать? Ну, если вот фена с мелисой, то ли три с мелисой? Нет, один, значит, лето три месяца, осень три месяца. А почему вот все по три месяца? Ну, так уже... Как-то испокон веков так было. Но это надо спросить, кто это придумывал. А это придумали люди умные. Да? Чтобы как-то да? знать, сколько в году, чтобы это да. все было понемножку да, объяснить. Да. Ты знаешь, такой хороший вопрос, конечно, задала. Но я на него почему, не отвечу. Например, это уже я как бы... О, смотрите, какая огромная летит. К нам? Что ли? Женщина вот там собачка лежала. А я в Лондоне встретила двух своих подписчиков. Ну, видишь, скажи как хорошо. Скажи по-английскому это.
subscribers, да? Тебе отгали послать? Sunny in London meet subscribers. Я. Бывало, было очень классно, да? Я уже по-литовски начала слушать говорить, и по-английски, и уже все-все-все у мамы из головы все вылетело. И про мексикану уже сейчас начну. Да. Мне сегодня очень лапали. Ну, вы знаете, у нас вообще сегодня климат, вчера, наверное, какие-то, я не знаю, или магнитные волны. Я что-то слышала на прошлой неделе, что-то читала, что будет какой-то магнитный тут немножко. О, вот, смотрите, какая фабрика. Где, Саня? Магнитные волны эти называемые. Если люди немножко чувствительнее, вот потому что я вчера бабе Марии звонила, она говорит, Вика, мне тоже голова болит. У меня тоже очень. И у меня голова. И у папы. А сегодня Саня встала и говорит, мама, мне голова болит. Это первый раз вообще у Сани, когда она сказала, что у нее болит голова. Второй. Немножко тревожно. Когда ты еще от тебя болела? В школе. Ну, в школе, так это, наверное, от перезанятий уже, знаешь, у вас. У меня там будут такие, я уже говорила, да, но у меня там будут такие мини-соревнования. По конкурсу. Да, ну будем показывать, будем снимать, тогда покажем все. Ну, если разрешат, опять же. Да. Хорошо. Ну что, давай покажем море всем. Красивое наше Балтийское море. Как бы не было, какое оно было бы не очень, наверное, приветливым иногда и теплым, но мы ее очень любим и обожаем, потому что это все, что самое красивое в Литве, природа очень красивая. Ну, конечно, мы в диком пляже теперь находимся, но посмотрите, какой песок, какие цвета. Тучки. Саня говорит, мама, эти тучки, как и знаете, бывают из мультяшек или когда ребенок рисует, да? Вот. А мы иногда с Аней лежим и смотрим, на кого они похожи. Говорим, вот мама, смотри. О, рыба! Где, мам, Саня? Вот это вот. Видишь, хвост, а вот это рыба. Ну вот рыбу. Видите, увидели сразу. Вот, аккуратно. Да, 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 да. Я говорю. Большущая такая. Ну да, которая вот живет. Вот так и сидим, разговариваем. А вот там человек в телефоне, вот там. Да. Там вот так вот один человек, вот так, как слышно. У тебя, знаешь, что у тебя нос лезет, кожа, представляешь? Я смотрю, что у меня... Чешется? Нет, я вижу, что у меня что-то, да? Что-то белое я вижу, и я думаю, что-то... Кожа лезет. А, я вижу. Видишь, обожглись тогда, ну. не помазались кремом. И кожи. Это, как оно? Плечики. Да. Так давайте тогда ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Всем пока. Ой, я показала дизлайк. Лайки ставьте. Ну, кому-то не нравится, наверное, кому-то может нравиться. И пишите комментарии. Да, обязательно, потому что мы их всех читаем. Да. И красивые, не очень. Кто-то очень нас некрасиво там обозвал в одном комментарии про наших собачек. Что? Ну, мы там, я не буду говорить это слово, ну, да. На нас там некрасиво так. Знаете, никогда не объясняла, почему. У нас Пипис, он кастрирован, поэтому у него, но он весь очень физически развитый, он очень крепкий, и он бежит, и много бежит. Мы, кстати, вот... Арка у нас, она, понимаете, как она родила? У нее вот вес и пошел вот так вот. Знаете, мы сейчас купим потом там эти поводки. Да, и будем на поводках их, да? Ну, пробовать. Один поводок. Да. Ну и да, так. Будет, может, совсем интересно. Ну. Вы что-нибудь хотите сказать в эфир? Нет. Сэр, да. Папа ничего не хочет сейчас сказать в эфир. Ну все, пока. Окей, да? Давайте, пока-пока. Пока. Саня ушла. Ну что, друзья, всем пока. Thank you.